real nigga speech. PSA is a real nigga speech. PSA is a real nigga speech. Bitch niggas be poppin' real nigga speech. All of these niggas that follow with me, flexed up, better get your racks up, checks up, packs up, back up, give a nigga 50 feet. I'm on the pat rhyme, on the rhyme run, no truth. Just cold, cold cash, blood money, function jumping out of traffic and arrested in the kitchen. Told my nigga burn, give a cuz for the bitches. Now these niggas on a mission, hustle game, it's a mission. But I don't feel the mission that we do it for our children. No pause, no intermission. Shots fired, I ain't missing. My nigga, he had a vision, blowing purple hands, switching. Smart brother, I've been out of pillar, clicking and killing. Running through the city with your baby mama with me, say somebody hit the mind. It's a reason she ain't with me. When I went to do my time, when nobody rhyme with me, depending on what the time. Всем привет! Формат сегодняшнего видео обучающий, то есть туториал. И в этом видео я постараюсь ответить на самый часто задаваемый мне вопрос, как ты так высоко взлетаешь с помощью данного класса в королевской битве. Ни для кого не секрет, что со старта нового сезона разработчики сделали скрытый нерф или все-таки это баф и изменили немножко принцип работы данного рюкзака. Есть два способа, как можно так высоко взлетать, и эти оба способа я в этом видео покажу и также продемонстрирую на пальцах, то есть будет хандкэм. Вы в свою очередь прожимаете свой жирный лайк и пишите в комментариях, было ли это видео для вас полезным и стоит ли дальше продолжать снимать подобного формата видеоролики. А мы начинаем. Let's go! Okay, let's go. Итак, давайте начнем с того, то, что данный класс называется на полную и выглядит вот таким вот образом рюкзак, то есть ранец. Данный класс нам позволяет совершать прыжки выше, чем обычно. Данный ранец использует азот, и после того, как вы прыгаете, ваш запас уменьшается, и вам нужно некоторое время подождать, пока ваш запас восполнится. Многие игроки, используя данный навык, нажимают кнопку прыжка и удерживают ее, что является ошибкой и что не позволяет им высоко прыгнуть. И далее ребята просто перестают играть на этом классе. Давайте разберем первый способ, который позволит нам прыгать выше, чем обычно. Как вы уже видите, наш прыжок становится намного выше. Что для этого нужно сделать? Для этого вы нажимаете кнопку прыжка, далее не продолжаете ее удерживать. Нажимаете кнопку прыжка и следом, когда у нас появляется рюкзак, вы просто начинаете удерживать. И это позволяет нам прыгать намного выше. Также это можно выполнить другим образом. После одного нажатия на прыжок продолжаем тапать и мы поднимаемся выше. Давайте теперь разберем второй способ, от которого намного больше эффекта и с помощью которого вы можете взлетать намного выше. Как вы уже можете видеть, я намного выше взлетаю и при этом у меня открываются крылья после правильного выполнения данной комбинации. И можно запрыгивать на самые высокие препятствия. И при этом важно помнить, что у меня не используется сам ранец, то есть он используется просто прыжком. На сам класс я не нажимаю и не юзаю. И при этом у нас не установлено улучшение. С улучшением данный класс будет работать еще эффективнее, ваши прыжки станут еще выше и ваш класс будет восполняться намного быстрее. Как вы могли заметить, я без самого навыка, без улучшения на обычном прыжке с помощью двух пальцев залезу вот туда. Это очень высоко. Для этого вам нужно двумя пальцами нажать на кнопку прыжка одновременно. И вы окажетесь наверху. Это очень высоко и намного больше профита и эффекта. Давайте еще раз повторим, вот как это выглядит. Но самый большой плюс во всем этом, это то, что с помощью этого прыжка у вас открываются крылья. Что хочу сказать в конце, играйте, совершенствуйте свои навыки игры на данном классе. И также хочу поблагодарить всех вас, кто меня поддерживает. Ваша поддержка меня мотивирует снимать и вести прямые трансляции. И также хочу сказать отдельное спасибо анонимному анониму, Халиду, Куперу, Тититруну и, конечно же, Панде за вашу нереальную мощную поддержку в этом месяце. Всем вам огромное спасибо. А мы идем дальше, идем к 20к. Спасибо вам всем за то, что меня поддерживаете. До новых встреч, друзья. Увидимся на стримах.